В ауле Бличипсин прошло торжественное открытие стелы в честь Магомета Балокова, который ушел из жизни 3 года назад. Магомет Адамович родился в ауле Бличипсин 20 мая 1960 года в многодетной семье и с раннего возраста проявлял активность в общественной жизни. На протяжении многих лет Магомет Балоков занимал должность депутата Государственного совета ХАСа Республики Адыгея и был генеральным директором открытого акционерного общества «Дондуковский элеватор». Его заслуги были отмечены высокими государственными и ведомственными наградами, что свидетельствует о его значительном вкладе в развитие региона. Магомет Адамович запомнился как отзывчивый и чуткий человек, который всегда был готов прийти на помощь и решать проблемы других. Его профессионализм и преданность делу сделали его уважаемым человеком в обществе. На церемонии открытия стелы присутствовали представители власти, родственники, старейшины и жители аула, заместитель председателя Госсовета ХАСа Республики Адыгея Мухаммед Ашев и другие выступающие делились теплыми воспоминаниями о Магомете Адамовиче, подчеркивая его жизненные достижения и человеческие качества. Он был отзывчивым, добрым другом, семьянином образцовым. Все, кто с ним соприкасался в жизни, полюбили его. Не только бличипсинцы, все, кто жители Адыгея, кто его знал. И его знали очень многие. Его заслуги, отмеченные государственными наградами, о них сказано многое. Я не буду повторять. Спасибо тем, кто сегодня организовал это мероприятие, кто его имя увековечил здесь. Хафиапсо, Джейтесхен, Зигуачами. Я от коллектива Дондуковского элеватора приветствую всех гостей, жителей аула Бличипсин. Все присутствующие знают заслуги Магомета Адамовича перед республикой. За 30 лет работы в Дондуковском элеваторе на должности руководителя он сделал предприятие одним из самых крупных в республике Адыгея. Магомет Адамович любил элеватор, жил элеватором. Он вложил в него душу, трудолюбие, весь свой человеческий потенциал. Он поистине был талантливым руководителем. Кроме этого, Магомет Адамович остался в нашей памяти как человек с широкой душой, чутким, внимательным к людям. Магомет Адамович был прекрасным, светлым человеком с неиссякаемой энергией и добрым сердцем. Вся жизнь – это бесконечная преданность выбранному делу и беззаветное служение людям. Он всегда был отзывчивым, чутким человеком, неравнодушным к чужим проблемам, профессионалом с большой буквы. Магомет Адамович оставил после себя неизгладимый след. Он делал все возможное для процветания родного аула. Вложил в любимый аул свои таланты, трудолюбие и душу для того, чтобы всем жилось лучше. На протяжении многих лет Магомет Адамович старался помочь всем, кто обращался к нему, будь то школа, детский сад, спортивная организация. Помогал жителям родного аула, многодетным семьям, пенсионерам. Он спонсировал мероприятия культуры, ежегодно помогал благоустраивать образовательные спортивные учреждения. Внес большой вклад в ремонт и содержание школы. Оказывал поддержку талантливым детям. Магомет Адамович прожил яркую, полную сил и творчества жизнь, одной из составляющих которой была – это поддержка молодежи. Это человек, чье имя люди еще много лет будут вспоминать с благодарностью. Мы помним его как порядочного, интеллигентного, неравнодушного человека. И мы очень рады, что его имя будет носить парковая зона, которая находится рядом со школой. Слово предоставляется старейшине рода Балоковых Мугаду Сагидовичу. Ты глава Мухаммад Зарчжа Хуабжу Захача. Мухаммад Сапкун Уатхау уважать Юну Чу Катхата. Языр Сададау Цихопу Цихдау Цихаджаджу. Мухаммад Зипаша
организациям, предприятиям. И здесь взяли и перезапали его эти республиками, эти Российской Федерациями, чтобы договор Шихава сюда армаз Гасаур Мухаммад Неснета УЖИА администрациями Тамадами. Правительственная награда Бжаву Мухаммад Ира Газгасаур. В завершении мероприятия родной брат Магомета Мурат Балоков поблагодарил всех присутствующих за поддержку и добрые слова. Я хочу поблагодарить всех, кто с нами сегодня. Вот наше вот это мероприятие, ну, такое траурное, приехал разделить. Всем большое спасибо. Хочу выразить большую благодарность вот нашим местным властям. Вот Хамид Измайлович сказал на сходе, он выступил с таким предложением, всем, кто это предложение поддержал, вот назвали сквер именем нашего брата. Спасибо за то, что вот его заслуги вот так на высоком уровне вы все признали. И сегодня выступающие все об этом сказали. Стомит Харапсаушков, Жизо Агуажем Дасхам. Тхампсоунга Квит Нахзгаралам Дьяпа Квадрефригат. Всем большое спасибо. Открытие стелы стало символом памяти и уважения к человеку, который оставил значимый след в жизни своего народа и региона в целом.